Привет! Давайте вместе приготовим из абрикосов варенье. Для варенья выбираем твердые абрикосы. Убираем косточки с помощью палочки. Вот так. Берем побольше чашку и выкладываем по слоям абрикосы, сахар. Оставляем так на 2 часа. Наливаем воду, ставим на огонь. Доводим до кипения. Кипятим 5 минут. Выключаем и оставляем на 5 часов. Оставляем лимон, ставим на огонь и кипятим. Кипятим 5 минут. Выключаем огонь и оставляем еще на 3 часа. Ставим варенье на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим час-полтора. Если есть пенка, убираем. Все у нас готово. Выключаем и даем остыть. Все у нас остыло. Разливаем по баночкам и закрываем. Вот что у нас получилось. Спасибо, что были со мной. Всем пока!